Привет, давайте разберем несколько примеров, определим степень окисления серы в сложных веществах. Ну, например, в H2SO3. Как делать, как определить? Мы знаем, что у кислорода минус 2, у водорода плюс 1. Это есть в моих предыдущих видео, степени окисления кислорода и водорода. Как же нам посчитать степень окисления серы? Степень окисления кислорода минус 2 мы умножаем на число атомов кислорода 3. Минус 2 умножить на 3, мы получаем минус 6. Степень окисления водорода плюс 1 умножаем на число атомов водорода 2. Получаем плюс 2. Минус 6 плюс 2 у нас получается минус 4. Молекула электронейтральна, сумма всех степеней окисления должна равняться нулю. Значит, степень окисления серы плюс 4. Давайте-ка найдем степень окисления серы в серной кислоте H2SO4. Работаем по тому же алгоритму. Степень окисления кислорода минус 2 умножаем на индекс, который стоит возле кислорода, на 4. Получаем минус 8. Степень окисления водорода плюс 1 умножаем на индекс 2. Получаем 2. Минус 8 плюс 2 у нас минус 6. Значит, степень окисления серы будет плюс 6.